Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал «В гостях у Анушки». Сегодня мы без сладкого. Готовить будем куриные крылышки, как в KFC. У меня здесь 800 грамм крыльев. Крылья помыла и разрезала по суставу. В крылья добавляю полную чайную ложку сладкой паприки. У меня паприка копченая. Тоже вам советую попробовать ее использовать. Также добавляю сушеный базилик, орегано, черный перец и 3 зубчика чеснока пропускаю через пресс. Также добавляю полную чайную ложку соли и примерно 2 столовые ложки растительного масла. Теперь руками втираю все эти специи в мясо. Втираю примерно 5-6 минут. В конце добавлю пару кусочков острого жгучего перца. Мы не любим очень острое. Если хотите, добавляйте побольше острого молотого перца, чтобы крылышки были очень острыми. Теперь сюда выливаю стакан обычной холодной воды, все хорошо перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и оставляю их промариноваться в холодильнике хотя бы на 3 часа. Лучше всего оставить крылья на ночь, чтобы они лучше промариновались. У меня прошло время, беру 200 грамм муки, к муке добавляю немного сладкой паприки, еще в блендере измельчаю столовую ложку кунжутных семечек, добавляю тоже в муку, все хорошо перемешиваю. Теперь достаю крылья из холодильника, они хорошо промариновались, и обваливаю в муке каждое крылышко. Теперь все крылья перекладываю в другую тарелку, чтобы был доступ к оставшейся муке. Теперь в рассол наливаю примерно 1,5 литра воды, сверху устанавливаю дуршлаг для того, чтобы перец не прилип к крыльям. Несколько крылышек опускаю в воду, когда все бульки вышли, обваливаю крыло снова в муке и можно начинать жарить. Крылья все готовы, отправляюсь к плите. Крылья жарю в большом количестве масла, масло обязательно должно нагреться. Проверяю деревянной палочкой, когда вокруг палочки собираются пузырьки, значит масло достаточно нагрелось. Грело масло я на максимальном огне, теперь убавляю огонь до среднего и бросаю по несколько крыльев. У моей плиты 12 режимов, я жарю на 8 режиме, крылья жарю примерно 8-10 минут. На сильном огне жарить крылья я вам не советую, так как они внутри могут не приготовиться. И минимальный огонь тоже не подходит, так как крылья впитают в себя слишком много масла. Средний огонь – это то, что нужно. Прошло 9-10 минут, я достаю крылья. Они вот такие, не очень румяные еще. Вам может показаться, что они недостаточно румяные, но через пару секунд после того, как вы их достанете из масла, крылья станут более румяного цвета. Забрасываю новую партию крыльев в масло и так прожариваю все крылья. Теперь хочу поделиться с вами своим секретным ингредиентом, который я добавляю во все соусы. Это маринованный сладкий перец. Заготавливаю я его летом, когда сезон овощей и перец становится более-менее дешевой. Это готовая вкусная закуска. Также такой перец я добавляю в пиццу и в различные соусы. В этом году я обязательно с вами поделюсь этой заготовкой на зиму, не пропустите. Сегодня соус очень простой, ничего особенного, просто острый кетчуп чили, майонез и сладкий перец. Также добавлю еще немножко измельченной петрушки. Крылья получаются не очень солеными, поэтому здесь просто необходим какой-нибудь вкусный соус. Крылья получаются один в один, как в KFC, не считая того, что они не такие острые. На мой взгляд, это даже вкуснее, чем в KFC, так как я добавила еще немного кунжутных семечек. Готовьте с удовольствием, друзья. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я всем отвечу. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!